Сочи на первенство России прибыли более 350 спортсменов, представляющих 28 субъектов нашей страны. На турнир попали первые и вторые номера сборных регионов, которые прошли отбор на соревнованиях в федеральных округах. Спортсмены отметили высокий уровень проведения первенства России. «Адлер-Арена» предоставила все необходимые условия. Как подчеркнули организаторы, проведение первенства на Олимпийском стадионе укрепит имидж вольной борьбы в стране и способствует ее развитию. Вот этот дух, она еще остается, вот этот олимпизм, вот этот. Вот это прекраснейшее этот спортсооружение. Это вообще фантастика. Это вдохновляет и какое-то будущее, какой-то надежды дает, что дети будут заниматься. Люди будут приходить, смотреть этих своих воспитанников, детей. Соревнования в Сочи – отборочные к первенству мира и Европы. Турнир «Старого света» пройдет уже в середине мая в Польше. Туда отправятся победители и призеры российского чемпионата. Добавлю, что первенство страны среди юниоров в этом году проводят в память о Бесике Кудухове, четырехкратном чемпионе мира, двукратном призере Олимпийских игр. 27-летний спортсмен трагически погиб в автокатастрофе под Армавиром в декабре прошлого года.